Устройство буронабивных свай – процесс небыстрый и трудоемкий. Строители приступили к возведению опор Фрунзенского моста на правом берегу реки Самара. Здесь будет возведено три опоры – как на берегу, так и в русле реки. Прежде чем начать строительство в воде, рабочие готовят временную площадку для подъезда крупногабаритной техники и возможности строить на дне. Сейчас сооружают шпунтовое ограждение. Это такая замкнутая коробка, откуда потом выкачивается вода, и рабочие могут без водолазных костюмов и в безопасности возводить опору. Когда работы по возведению опоры проведены, конструкция демонтируется. При должном финансировании строители уже в этом году планируют полностью выйти из воды и построить опоры моста через реку Самара. На правом берегу запланирована транспортная развязка с выходом на улицы Фрунзе, Куйбышева, Чапаевской и Крупской. Развязка будет включать в себя 10 съездов. Сейчас строители приступили к возведению съезда номер 9. Он будет проходить вдоль берега реки Самара и выходить на улицы Молодогвардейской и Крупской. На данный момент уже прошло 200 дней со дня старта строительства нашего объекта. Работы идут ударными темпами по всем фронтам. Сейчас мы ожидаем дальнейшего финансирования, чтобы продолжить строить ударными темпами. Мостовой переход Фрунзенский включает в себя сразу несколько объектов. Железобетонный мост через реку Самара, мост через озеро Банное, транспортные развязки на улицах Шоссейной и Фрунзе. Завершить строительство планируют к концу 2018 года. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.